Германия планирует открыть офис водородной дипломатии в Астане. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии. Немцев и в целом европейцев водород привлекает прежде всего из экологических соображений. При использовании H2 в атмосферу не выделяется углекислый газ CO2, самый большой виновник в парниковом эффекте и глобальном потеплении. Так что более широкое внедрение водородных технологий поможет странам ЕС выполнить обязательства, взятые на себя в рамках Парижского соглашения по климату. Сегодня я рада сообщить, что мы планируем открыть в Астане офис водородной дипломатии. Это бюро станет в будущем хабом для обмена экспертов, ответственных лиц наших стран. Цель абсолютно четкая. С помощью зеленого водорода мы хотим снизить выбросы в сфере промышленности и транспорта до нуля. И одновременно защитить благосостояние и развитие для людей в наших странах. Есть и экономический интерес. Он связан с тем, что использование такого возобновляемого источника энергии, как водород, снижает потребность в ископаемых энергоносителях, чаще всего импортируемых, например, в нефти и нефтепродуктах. Наиболее выгодным с точки зрения экологии и технологических затрат остается получение водорода с помощью ВИЭ и АЭС. Это уже готовые технологии, а значит, зеленый водород перестал быть экзотикой. Казахстанская сторона поддержала инициативу о создании офиса водородной дипломатии в столице Казахстана. Мы приветствуем предложение немецкой стороны открыть в Астане офис водородной дипломатии. Мы благодарим вас, госпожа Бербок, за данную инициативу и готовы всячески поддержать ее. Весьма актуальным и перспективным видится взаимодействие в сфере первичной обработки в Казахстане сырья, редкоземельных металлов, необходимых для высокотехнологичных отраслей экономики, а также создание производства экологически безопасных источников энергии. Добавим, что дочерняя компания немецко-шведского концерна и правительство Казахстана подписали соглашение, в рамках которого планируется строительство на территории Казахстана одного из крупнейших в мире предприятий по производству чистого и экологически безопасного зеленого водорода.